Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на LakeUgame и добро пожаловать на прохождение увлекательной и классной, просто замечательной игры. Классный кошмар. Куда я такое слово взял? Игры Train 3. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Так. Дай бог мне вспомнить, на чем я вчера остановился. А вот это, кстати, светит, смотрите. Вот это, походу, новенький. Так, ну-ка. Да, вот здесь... Кстати, книга внутри. А что я? 0 из нуля тут. Вначале я был. Две штуки не нашел. Две штуки не нашел. Одну штуку. Не, кстати. Кстати, нормально, да, я. Я 5 штук всего лишь не нашел. Ну. И так сойдет. У меня, кстати, испытания еще надо пройти. Я, правда, не знаю, на сегодня их ли оставить. Либо сюжетка. Давайте сюжетка, в принципе. Сосновый лес называется у нас. Подсказка. Зоя может привязываться к... Привязывать веревку к некоторым предметам, тянуть их к себе. Не, ну это понятно. Сосновый лес, ну поехали. Не знаю, у героев было много вопросов к духу, на котором, как оказалось, лежит ответственность за все их неприятности последних лет. Но времени на выяснение отношений у них не было. Им нужно было собрать осколки артефакта. Самый близкий к ним осколок оказался в лесу секвой, самых высоких деревьев в мире. Я так понял, это предпоследний уровень сюжетный. Из этого путешествия живым в последнюю тысячу лет никто не возвращался. Это снег? С какой стати именно мы сможем победить Сарика? Давайте не будем забегать вперед. Пока мы не соберем все части артефакта души, говорить о походе за сердцем Сарика вообще бессмысленно. Но кстати, после того, как наше приключение подойдет к концу, мы все будем свободны, каждый пойдет своей дорогой, и мы заживем спокойно и счастливо. Правда? Так и будет. Договорились. Кстати, зима на дворе. И как раз снежок в тему. Так. Ага. Ведь ускорением воспользовался. Так. А выше, ну... По идее, выше дал... Может быть что-то. Давайте проверим с вами. Встанем на куб. Можно было что-нибудь запихнуть, я не знаю. Что у них тут? Так. Ставим тебе так. Слушай, а ты от стенки тут... Ой. От стенки тут можешь? Подожди, я не пойму. Жуки такие издают. Ага. Все выше и выше. Я же говорю, по... Не, стой! Стой! Куда ты полетел? Кстати, да, я же говорю, что-то типа, ну... Просто визуально... Смотрится, что можно. Так, а дальше куда? А, ты чего, технологии дошли? Посмотрите-ка. Прикольно. Так, подальше отойдем. Ничего тут нет? Что это такое? Это просто какая-то текстурка. Так, а ты плаваешь? Ты не утонешь? Ага, замечательно. Так, сюда можно? А зачем тут делать это? Типа просто визуально? Ну ладно. Надо, кстати, под воду посмотреть, что там. И все? Вот это что, нет? Нет, походу все. Так, ныряем. Нажимаем Ctrl. Стой, 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 я хотел здесь еще посмотреть на всякий случай. Есть ли что-нибудь еще тут? Не, ну я и не вижу, да, больше? Не, больше ничего нет. Так, а ты, интересно, ускоряться под водой можешь? Нет, он ускоряться, кстати, не может под водой. Щитом гребет. Прикольно так. Лес секвой.
Поиски осколков начинаются. Смотрите, красивый олень. Постой, олень! Увези меня в страну оленью. Так. Стой. Наверх можно? Стой, нет. Блин, я первый раз зацепился, отлично. Нет, это, наверное, случайность была. А, кстати, мон еще. И мистер Беспалевность тут лежит. Кстати, и тут разбить можно, смотрите, или нет? Да! Фига себе. Кстати, я вот это мог бы пропустить сейчас. Оттолкнуть и... все, больше нет. Кстати, там еще и бревно для чего-то стоит, чтобы привязать. Здесь нет. Приветик, мистер Лось. Так, я понял, он нас куда-то ведет, смотрите, видите? Он ждет, пока мы за ним проследуем. Подожди, а я взял, он куда улетел? Кстати, мне кажется, только что улетел у меня алмазик. Я, что-то камера, не возвращайся. Так, а куда правильно идти нам? Направо или за оленем? Ага, за оленем, значит, надо. Куда ты, маленький, побежал? Камера тут не, конечно, пьяная немножко. Пьяненькая камера. Так. Голос тройки звучал будто прямо из моей головы, а не из артефакта или из книги. Любопытно. Такое впечатление, что с тех пор, как мы разрушили артефакт, она может обращаться напрямую к нам в мозг. Как ты сказал? Все логично. Артефакты создавали как хранилище души. Или душ. А теперь, когда наш артефакт разрушен, тройка каким-то образом использует остатки магии хранителя, чтобы общаться с нами. Как-то меня нервируют эти голоса в голове. Так, где-то я Зои тут хотел проверить. Где-то зацепиться можно вот тут, сверху. А для чего это? Это, ну как, это может просто? А может и к чему-то это приведет. Да блин. Так. А, нет, просто, значит... Ах, вы паршивцы такие. Получай. Получай. Ты коряги, что ли, смотрите? А ну-ка иди сюда, ну-ка, паршивец. Кстати, знаете, мне на что сейчас напомнило в Скайриме, помните, были такие, типа, живые существа, тоже из корней, типа, я не помню, как они назывались, тоже наподобие похожие. Напишите, ребята, если кто понял, про что я. Так, подожди, сюда. Какие-то они тоже защитники леса, что-то такое были.
Кстати, вот тут вроде бы стенка. Или она просто отражается? Нет, просто походу. Вот, вот про эту стенку. А нет, она просто... Просто-просто отражается волнами. Угу. Так, это мы любезно ставим. Наверх можно? Нет. Стоп, стоп, стоп. Ага. Сломаем все лишнее. Так, тут что у нас видится? Так, давай мы тебе возьмем, друг мой. Я, правда, не знаю, понадобишься ты нам, не понадобишься. Но на всякий случай я тебя заберу наверх. Блин, а как я тебя заберу? Я знаю, как я тебя заберу. Я просто тебя поставлю снизу. Так. Вот так я тебя сделаю. И сейчас я заберу. Я, правда, не знаю, для чего он мне этот квадратик нужен. Ну а вдруг он? Ага. А вдруг ты не понадобишься? Так, тут что у нас? Шар, да? Так, подойди. Нет ничего тут. Ага, смотрите, в жаровню. Ой. Еще один, да? Тихо-тихо. Кстати, загадки куда легче, чем в предыдущих частях. В предыдущих частях, я прям помню, прям такие были. Ломай мозг, можно сказать. Вы кто такие, дядьки? Так, давайте сначала я избавлюсь от обычных прикустей. Потом я избавлюсь, в принципе. Ну, давай, паршивец. Получай, леща. Получай. Чего-то тут. Нет, нет. А вот и тут, смотрите, не отпускается. Что это такое? Подойди, куда, что я? Вот тут смотрю, есть и тут. Что мы должны соединить с вами?
А, стой, вот же шар. Да, ой, шар какой-то жаровня. Я говорю, тут загадки какие-то прям легкие. Угу. Так, а здесь что? Здесь тоже наверху что-то есть. Ой, стой, 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 понял, я понял. Так, а тут на тап карты нет? Нет. На тап только можно посмотреть, что да как у нас тут. А на М? На М тоже нет, да, карты. Блин, подожди, а внизу тогда что? Я думал, вниз тогда и правильный путь идет нас. Тихо. Вот видите, я сюда. Это, оказывается, ложный путь просто. Кристаллики. Ага. Слушай, а тут забраться нельзя? Тут лестница какая-то. Смотрите. Странно. Куда-то лестница в никуда ведет. Стой, 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 стой. И, кстати, тут у ХБшка что, быстро восстанавливается? Типа, ну, вот, смотрите, сейчас у него восстановится как-то это. Чересчур легко. Тоже, ну. Хотя, мне кажется, это, может, для детей сделали, чтобы детям полегче было. Так, а чё ты в этот раз не хочешь? Угу. У-у-у, повыше, повыше. Я правда помню финалочку, вот я играл с братьями. Братом и другом, то финалочка такая уж. Хотя, не знаю, может, глупенькие тогда еще были. Просто мы там втроем, помню, потели над финальным боссом. Так, тут такой щит, как будто что-то нужно. Нет, нет. Стой, стой, стой. Тут еще. А, все, просто так, я понял. Даже не может просто. Вот для чего? Просто так они вставляют. Реально непонятно, вот для чего. Райн не должно ничего просто так быть. Райн должно быть все-то для чего-то сделано. Халтура! Вот что значит. Много лишних деталей, которые просто так непонятно ничего. Я понял, люк. Ну тут легко, в принципе.
Не, отпусти. Эй, тут... Постой, здесь не надо стрелять ничего. Нет. Но... Так, а что ж... Что ты дальше не тянешь? И не давай, работай! Стойте! Ты куда улетела? А я? Упс. А вот тут-то надо было, мне кажется, сразу подцепить. Ай, тут дают шанс на. Смотри, делаем так, ребят. И поехали. Мы поедем, мы помчимся. Только не вижу смысла. Так. А что ты? Что не цепляй? Ёшкин кот, давай цепляйся, давай. Я тебе сейчас. Я тебе хулиган сейчас. Ах ты, ах ты. Это плохо. А ну ничего плохого нет. Так, а чё ты? Получай по щам. Получай. Чувак, а тебе я убрать не могу? Нет. Эх. Давай, Зоя, тащи. Так, тут ничего больше нет у нас. Нет. А вот эта платформа зачем? Непонятно. Так, подожди, там наверху ничего нету. В домиках. Я не вижу. Так, подожди. Чувак, это рэпчик. Здесь прыгну я, потом сюда, наверное, да? Ага. Ну давай посмотрим. Ага, нет, он не делает. Так, а если я прыгну и об землю? Ничего не происходит. Я понял, видите, тут он держит. Элементарно, в принципе.
Так, ну я сюда хотел бы попасть. Так, а если я... Что мы тут? Опустить не можем, да? Так, а если сверху что-то понадавим? Что-то можно, да, сверху, видите, как-то его поддавить. Но он как-то... А, ну круг, подожди, оттуда, видите, сюда шар, наверное. Так, ну давай, а давай вот сделаем. Стой, 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 стой. Нет, да? А, нет, смотри, я опустился. Там же еще есть. Вы что хотели? А еще ниже можно? По идее, земля, я вижу землю, видите, вот тут. Вот. Но я вам говорю, что нельзя это делать. Так, колдун. Амадей? Ты что, оттолкнулся? Залазь давай. Подожди, или там... А, там лианы. И сразу увидел. Так. Ну я понял, вот сюда нужно как-то. Так, стой, что я делаю? Так. А стой, 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 все, вон. Блин, а как туда мне проникнуть? Стой, я попробую я залезть, когда он на этот будет. Мы поняли, да? А мы-то не причем, а мы-то не причем. Мы кушаем мансу, играем с мечом. Ой, извините. Эй, извините. Уходим, уходим, уходим. Ничего не надо. Я смотрю. Ага. Отпускаем. Да, по идее, и так сойдет. А? Ух. Так. Сколько? 122, да? Ну где-то уже финалочка.
Ой, финалочка, финалочка этого уровня уже рядом где-то. Я плюс-минус уже, типа, догадываюсь, когда будет 130 алмазиков мы собираем. Ну да, вот тут и будет как раз 130 алмазиков. И вот... Так. Давай, крутись. Крутись, вертись. Так, а побыстрее можешь? Ты что там? Вон ти. Пляшешь. Стой, стой, стой. На мосту нет, на мосту нет, нет, да, да. Ля ты, нифига себе. Здесь, конечно, можно было... Можно было крутануть, но... Ящики, то есть, поставить, но можно без ящиков. Так, да, тут... Кто тут, блин, жил, интересно, офигеть. И где все жители? Хотя свет, смотрите, горит у них. Заметьте. Кто же лампу поджигает? Так, ну я долечу, наверное, не буду я Зои вызывать. Слушай, интересно, а наверху есть что-нибудь? Нет, камер туда даже. Сколько? 136, ага. Там, кстати, еще зачем-то сохранялка сделана. Опусти. О, посмотрите, сюда что-то надо положить. Шар опять, наверное. Так, как туда? А туда нам вообще, не знаю, наверное, не нужно. Просто для красоты сделано, да? Тихо-тихо, зой-зой-зой-зой, умничка моя. Так, как ты сквозь? Как такое, башбужда? Кстати, к веревке жалко, не могу привязать. А почему? Я не понимаю, почему он там сквозь проходит. Ну давай, цепляй уже. Тут, наверное, махач с кем-то будет. Так, давайте я, наверное, сразу здесь заберусь наверх, потому что думаю, сейчас махач будет, и мне не дадут потом. Не дай бог закончится. Так, тут с понтием нужно. Нету. Предсказуемо из-за того, что шар лежит.
А шары это для колдуна они типа положили, знаете, чтобы колдун то тоже мог. Ой, колдун Зои могла это. Или колдун, в принципе, да. Это шар сгодился. Так, наверное, обычный маг будет быстрее. Есть что-нибудь наверху? Нету там ничего наверху. И есть, получается, значит надо. И здесь добраться надо, да, будет? Слушай, подожди, не, я же могу этим уничтожать. Что-то он не уничтожает, правда. И для чего? Для кого? Стой, стой, стой. Вот так. Я же говорю, элементарные просто. Загадки элементарные. Так. Неправильно. Так, подожди, правильно, правильно, вот так. Гениально, просто гениально. Откуда это, профессор? Это гениально. Это как заработала, да? Игра. Ну что-то подобное там. Офигеть, мы почти все кристаллики собрали, 3 штуки всего лишь осталось где-то на уровне. Смотрите, ну там щель для чего? Опа, опа, опа. Как чё? Подождите-ка. А чё там светится? Либо там просто фонарь светится. Да, назад я уже не могу. Посмотрите. Нет, там ничего. Вот, нет, вот светится, видите? Уголок. Но это, блин, они тут освещение, да. Некоторых птицу. Нет, это просто, наверное, гениально. Лучи солнца светят просто так. Давайте дайте мне еще 3 последних моих алмазика. Уровень очень странный. Типа мы пробежали и... Подоплеки никакой, ну... Ничего нам и не рассказали. Что да как. Так, что у нас осталось? 23 нам осталось, да? Так, 23 это давайте завтра получим, в принципе. Тут можем получить сколько тут. Тут мы уже 25 получаем, все. И вот его одна и финалочка, ребят. Да. Давайте, наверное, еще и сегодня один ролик сниму про испытание.
И, в принципе, на послезавтра уже финалочку оставим. Давайте, ребята, ритуальчиков дайте лайк, подписки и коммент. Меня видосик, не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения. Так, а где я не собрал? Две штуки не собрал. Я тут где-то тут. Ага. И одну штуку мост падающий. И тут где-то одно. О, нифига себе. Ну, я вообще молодец. Увидимся с вами в следующих роликах. Счастья, здоровья. Всех люблю, всех целую и всем пока.